Друзья мои, я хочу, чтобы вы внимательно посмотрели, как красиво танцует Ирина. Какие ручки, какое платье, какой наряд. Как красиво танцует Валентина, какая она вообще красивая. Знаете, вчера был очень неприятный момент, когда я стала снимать, я хотела вам показать, как здорово проходит кадриль, когда все вместе танцуют. И какая-то девушка, тоже красивая, безумно красивая, вот, устроила скандал, и я должна была там все удалять, но практически выбросить телефон вообще вот на помойку. Вот, знаете, я не знаю, что с этим делать, я с большим пиететом отношусь к нашим танцам, я знаю, кого можно снимать, кого нельзя снимать. Я отношусь со смехом к своим танцам, потому что я считаю, что это просто жизнь, это просто проведение времени, у нас у всех свои проблемы и так далее и тому подобное. Но вчера был очень неприятный момент, мы все в нем были задействованы, вот, и поэтому, ну, вот здесь у нас тоже танец не получился, но неважно, у нас было настроение-то, подумаешь. Вот, спасибо огромное всем моим подругам и друзьям. Я им безумно благодарна за возможность снимать, потому что я от этого получаю просто эстетическое удовольствие. Ну, я что-то так безумно расстроилась вообще. Просто ужас какой-то. Вообще не знаю, что делать-то. У нас такой хороший и добрый канал. У нас все так хорошо. И вообще я жду весну. Вот, не знаю, как вы...